Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Мы сегодня с вами будем прокачивать наш необычный деревянный танк, который больше похож на катапульту на гусеницах. Будем сражаться против вражеских катапульт, проходить уровни, но для начала нам нужно победить босса. Для того, чтобы у нас все получилось, ты должен успеть поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Молодец, дружище, что ты поставил лайк. Ну что ж, приступаем. В прошлой серии мы с тобой прошли 9 первых уровней. Дошли до босса. Здесь вот, ребята, мост. Я боюсь очень сильно этого босса. Я, если честно, не знаю, как его победить. Потому что он постоянно нас вырубает. Так, давай. Я думаю, что мы сейчас попробуем как-то с ним сразиться. Если не получится, я уже насобирал 4000 золота, чтобы купить здесь небольшую броню. Вот, ребята, на нас едет босс. Смотри, какой крутой. У него спереди даже есть какой-то кулак. Давай, подъезжаем, подъезжаем. Надо поближе подъехать, чтобы он не попал камнями. Давай, давай. Ай, блин, что он делает? Поближе, поближе подходим. Надо близко держаться к нему. Накидываю, накидываю еще. Ближе подъезжаем. Ой, кулаком просто все разломал. Какой же он эпический. У нас есть 4473 золота. Давайте с вами попробуем купить какую-то защиту. Вот у нас защита за 4000. Так, я ее покупаю. Есть она спереди. Не знаю, как долго вообще она может держать. Сколько ударов будет держать. С левой стороны внизу у нас есть щит. Вот, я его включаю, и он держится. Наверное, секунды 3 или 4. После этого он пропадает. То есть надо еще знать, когда его активировать. Ну, блин, это довольно сложно. Да, я думаю, что это будет довольно непростой уровень. И как здесь победить, я даже, ребята, не знаю. Босс довольно жесткий. Может быть, надо как-то насобирать золото, чтобы купить какие-то разрывные снаряды. Давай будем поближе держаться сюда. Ну, близко нельзя подъезжать, потому что у него есть кулак. Давай, бьем, бьем. Еще поближе. Он будет туда-сюда ездить. Видите? Ай, отъезжаем, а то сейчас кулаком ударит. Ну, я кидаю, а ему просто, ребята, все ни по чем. Нет, нормально. Я победил босса. Там уже нету водителя. Почему он ездит? Так, я отбил, ребят, этот молот, но катапульта стреляет. Да, я его победил обычными камнями. Ха-ха-ха. Вообще я крутой. Отлично, поехали дальше. Что там, ребята, финиш? Я безумно рад, что мы прошли. Это же был босс. И вот, давайте с вами получим первые 30 кристаллов, а также золото. Дальше у нас 11 уровень. Следующий босс будет на 20-м. Не знаю, дойдем мы сегодня до 20-го или нет. Но поездим, потому что нам все равно с вами надо прокачивать нашу катапульту. И нам надо побеждать. Главное, ребята, вообще пройти уровень, неважно даже насколько. Воу! Ребята, вы что, такие крутые? Вот у меня есть такой режим стрельбы, видите, вблизи. И есть второй режим, я забиндил кнопочки, вот куда он бьет. Надо отъехать. Блин, чувак еще копья стреляет. Он с пистолета бьет. Я не могу попасть, надо мышкой наводиться. Вот так вот, более точно. Там я вижу газ, баллон газа на втором этаже. А внизу ТНТ. Динамит. Ну, давай, я уже всех развалил. Сзади катапульта. Ха-ха-ха, чувак сам выстрелил в газ и взорвался. Да, танк у меня вообще какой-то, ребята, дикий. И мне кажется, неуправляемый. Сверху полетел орел. Так, бьем. Вот катапульта, да, сняли ее. Наверху стоит. Мина, 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 блин! Все так хорошо начиналось, а мину даже не заметил, она внизу где-то спряталась. Ну что, поехали. Давай мы с тобой включим щит все-таки, на всякий случай. И можно, в принципе, вблизь подъехать вот так вот и накидывать камнями. На, чувак! Ну камни вообще со слабой силой как-то летят. Ну чувака с пистолетом хоть давайте завалим. А, сейчас бочка на меня упадет. Блин, перевернулся. Какой тут босс, если я так не могу пройти? Включаем, ребята, щит, активируем. Так, давай, быстро стреляем, пока у нас щит работает. Вот по бочке, ну бочка, взорвись-то. Надо еще забиндить кнопку, чтобы как-то в центр било, что ли. Там была катапульта где-то. Да танк вообще какой-то неустойчивый. Я чуть-чуть газу даю, он сразу переворачивается. А есть еще какая-то броня, чтобы он не переворачивался? Вот внизу катапульта. Ну, наедь на мину, чувак. Давай, сейчас сам подъедет и взорвет. Почему он не взрывается? Алло, ты что? Как я так сразу взрываюсь, а ты нет? Так, а как с миной быть? Все, мину взорвали. А вот сверху вижу катапульту.
Нормально сверху работали. То есть, в принципе, кнопка, которую забиндил на верхнюю часть стрельбы, она нормальная. О, орла сбил. Плюс 200 золота. Можно здесь вот так вот быстро проскочить, и враг просто не сможет, ребята, по нам выстрелить. Ай, снова, блин, мина. Так, ну я выжил. Каким-то чудесным образом просто мне повезло. Не хочется начинать с самого начала, тем более, что это какой-то простецкий уровень. Главное, чтобы меня сейчас не развалила эта вражеская катапульта, которая вообще рядом. Поехали. А, снова мина? Так, ну здесь я вижу, что можно вот так вот быстро ехать. Эй, чувак, пушка у него наклоняется. Быстро проезжаем. Блин, развалился вообще мой танчик. Да как же здесь сложно, ребята, я просто в шоке. Наверное, пушку прокачать, потому что до 30 уровня нам еще дойти надо, там уже будет арбалет. То есть надо все-таки прокачивать, вот я вижу, как-то изменилось, типа она стала металлическая, что ли. Снова эта пушка, которая меня уработала. Так, ее я снял, стреляем дальше. По мне уже несколько раз ребята попадали, боюсь, что меня могут развалить здесь. Едем дальше. Где же финиш? Ай, пушка снесла мне что-то. Блин. Так, назад надо возвращаться, потому что катапульту там мы не убили. Все хорошо. Я вижу, чем дальше прохожу уровень, тем у меня вообще-то катапульта куда-то сдвигается по танку. Вот такая вот у нас игра. В раннем доступе, да, и мы видим, что съезжает вообще катапульта. Ребята, 12 уровень. Давай посмотрим, что нас здесь ждет. Ну, танк у нас чуть-чуть улучшенный. Ну, поехали. Правда, я этого никак не замечаю. Блин, по мне уже попали. Да уходите отсюда, так. Двойное убийство нам пишет. А внизу какие-то колья. Слушай, что это за колья? Давай попробуем. Мой танк не развалится, если найдет найти колья. Или как-то... Так, давай аккуратно. Колья я сломал. Может быть, это как-то повреждает наши гусеницы? Я не знаю. Воу. Давай, едем вперед. Блин, по мне тоже попадает пушка. Все выношу на своем пути. Это что за динамит? О, коктейли Молотова кидают. Эй, чувак, ты че? Я вообще забыл про свой щит. Давай вот так вот бьем. Ну взорвись ты. Блин, да, все разнесло. Аккуратно проезжаем. Я вообще, ребята, забываю защиту этот маленький, который у меня там есть. Давай. Кидаем, кидаем камни. О, блин. Это баллиста. Ребята, я лечу, все разношу. Пушку, оу, аккуратнее, аккуратнее, что происходит? Коктейль Молотова летит. Блин, поджег меня. Танк развалился. Мы с вами уже проехали половину пути, завалили место, где чувак был с газовыми баллонами. Да уходи ты отсюда, пушка, блин. Так, там вырубили, давай попробуем назад вернуться, этого рубануть. Нормально, мой танк, ребята, держится каким-то чудесным образом. Еще чуть-чуть. Нет, это, блин. Да что ж такое? Что это за игра такая? Да, ребята, игра довольно сложная. Этот деревянный танк разваливается с полутычки. Просто капец. А денег для того, чтобы его усовершенствовать, недостаточно. Здесь в игре платится очень малое золото. Даже если ты прошел уровень и посмотрел рекламный ролик здесь в игре, то все равно у тебя золота мало, ты ничего не купишь. Надо либо 200 раз проходить уровни, либо донатить. За это, конечно, игре большой минус. Где же этот финиш? Финиш, иди ко мне, это 12 уровень, а я уже здесь задолбался. Давай отходим. Не могу завалить верхнюю катапульту. Вырубил, все, в принципе, хорошо сломалось. Флаг, финиш, я люблю тебя. Быстро проезжаем, а то сейчас этот как пульнет. Фух, ребята, я его просто придавил гусеницами. Что же это за уровень? Так это еще не босс. Да, даже если ты дошел до босса, то тебе надо свой танк жестко улучшать, чтобы его пройти. Либо должен быть супер везучий. У нас есть 1500 золота, давайте мы прокачаем свой деревянный танчик. Также в игре есть донат. Хотел что-то прикупить, но 10 долларов отдавать за то, чтобы удвоить золото в каждом бою, ну как-то жестко, согласитесь. Блин, за 10 долларов в Steam можно купить 2 или даже 3 готовые игры. Я просто угораю с этих мобильных игр, это прям выкачка денег. Ладно, давайте дальше посмотрим. Танчик, что у нас есть? Шасси наше. Так, улучшить. Ну давай попробуем здесь улучшать что-то. Вот что это? Гусеницы металлические, чтобы не разваливались. Вот эта штука, что она делает? Пружины побольше. За 1000 у нас нету ничего. Вот за 500.
колеса. Колеса стали другие. И я бы вот этот крючок тоже прокачал, потому что он должен быть бронирован. Бампер он здесь называется. Ну ладно, бампер значит бампер. Уже улучшили наш танк. Также здесь в игре пропадают, ребята, текстуры. Вот я захожу на эмуляторе 7 Android, и текстуры у меня нету. Вот пришлось перенастроить, чтобы вам это все показать. Уровень 13, уже на нас едет какая-то штука. Ого, в самом начале, вы чё такие дикие? Прям просто атакуют. Так, промазал, мне сразу нужен щит. А щит мне никак не поможет, потому что, ребята, он-то прикрывает сверху щит, а взрывной Джонни, он едет внизу. У него имя Джонни. Или давайте придумаем взрывной Антон. Звучит смешно. Антошка. Антошка с динамитом. О, это что такое за катапульта? Сваливаем! У меня на персонаже здесь нет брони никакой. Ну, он просто стикман, у него ничего нету. Едем дальше. Мы еще полуровня не прошли. По крайней мере, гусеницы уже металлические. Надо другой бампер, я не знаю, чем он будет меняться. Но то, что гусеницы внешне меняются при каждой прокачке, это хорошо, потому что видно, что визуально ты потратил деньги и что-то добавилось. Это огромный плюс. О, вижу, птичка летела. Ворона. Это была ворона. Так, поехали. Ну, уже танчик прикольный. Какие-то пушки стоят дикие. Что это вообще за дичь такая? О, ребята, с луками тут крутые. Я вам ничего не сделал, дайте я проеду. Это что тут за гопники стоят? Я их уничтожил, какой-то блокпост вообще. С луками, с копьями против меня. Я же все-таки на танке. Да, финиш, мой любимый, да, приехали. Конечно, салют из конфетти. И одна звезда. Ну, я рад одной звезде. Уровень 14, но, враги, идите ко мне, испытайте мой супертанчик, непобедимый, включаю броню. Блин, броня такая защитная, она только защищает верхнюю часть моего танка. А гусеницы, кто мне гусеницы защитит? Что там вообще был за лучник? Это что за арбалет такой? В шапке, в броне, у вас одежда есть, снимайте свою одежду, дайте мне. Потому что мне надо деньги платить. А какой прикол мне вообще покупать здесь одежду, если у меня, ребята, всегда что-то отваливается у танка? То есть, либо метательная моя штучка это, либо бампер, либо гусеницы. Орел, да! Ничего себе, какой ты крутой! Видели, как коктейль Молотова кидал на меня? Разрушил их здание? Это что было вообще за многоэтажка или что это такое? Такое что-то построили, соорудили. Эй, лучник, иди отсюда! Видите, как щит сработал? Да по нему тяжело попасть, он мелкий. А ну кыш отсюда. Мелюзга со стрелами. Да блин, как по тебе попасть? Просто под ним попробую проехать. Да, получилось. Вот так вот проезжаем, я ничего не боюсь. Воу. Все выношу. Ха-ха, дерзкий воблер всех уничтожил. Да, прошли. И все равно одна звезда. Дайте две звезды. Что надо? Снаряды. Точность 33%, убитых 19, двойных убийств. Короче, я не знаю, что надо на 3 звезды. Вот, пройти уровень на одну. Точность надо, чтобы была 45%. И точность больше 60%. И пройти еще за минуту 35 секунд. Надо точность повысить до 45. Вот что нам надо. Точность. Я думал, броня какая-то. Не просто будет получить 3 звезды. Я, ребята, уже заработал 1500. Давайте посмотрим, куда мы можем их потратить. Надо 15 уровень, чтобы вот взять такой вот купол. Ух ты! Нормально! А сколько стоит? 10 тысяч золота? Откуда у меня такие деньги? Мне что надо? Кредит какой-то взять, чтобы купить этот купол, блин. Ну я скоро достигну 15 уровня, но такой купол тяжело получить. Он реально защищает вообще, ребята, весь танк. Ну давайте хоть бампер мы купим нашему танчику. Изменится что-то? Воу! Ну тут мне с шипами больше нравился. Это что такое? Вот сзади выхлопная труба. Давай возьмем, что изменится. Я не знаю, что она дает. Может быть, надо было просто колеса хотя бы здесь прокачать. Или корпус какой-то, вот шасси. Может, оно какое-то было бы устойчивое. Ладно, поехали дальше. Так, вот у нас едет уже первый.
Антон, взрывной Антон. Воу, заднюю даем, это бампер у меня. Не, ну танчик у нас уже, в принципе, ребята, преобразился. Не знаю, конечно, какой босс будет, но мы вот такие вот дерзкие. А ну-ка, Шваблер едет. Ай, мина! Воу-воу-воу! Видели, как я выдержал, ребята? Бампер нормально выдержал взрыв мины. Ну а чё? Можно так, в принципе, разряжать эти мины. Куда ты камень свой кидаешь? Сейчас этот булыжник, знаешь, куда тебе засуну? Да. Туда, откуда он выстрелил. Вот еще мина взорвалась. Так, золото у меня просто 9. Орел, дай мне золото. Блин, орел, вернись. Это был золотой орел. То есть здесь ворона, у нее мало золота. А орел, он такой вообще крутой, типа. Вот, у меня щит есть, ты видел? Мой щит, это вообще какая-то смехота, ребята, вам не кажется? Блин. Защищает пол танка. Реально надо щит за 10 тысяч. О, что-то внизу. У него внизу динамит какой-то привязан. Офигеть, вы видели? Так, давай я сделал купол. И стрела застряла. Ну, кыш, отсюда быстро проезжаю. Да. Блин, а как он попал? Что произошло? Я не понял. Воблер, просто лети. Сейчас буду всех таранить. Я, ну, пошли отсюда. Все, ребят, у меня нету бампера. Я его потерял, потому что я его повредил там в начале. Мину разряжал. И только что... Ай, кыш отсюда, бампера у меня нету. Я безбамперный. Орел, вернись! О, попал в орла. 334 золота, плюс я его еще удвою. У него броня какая-то. Видели, какая у него пушка? То есть открывается дверь, он выстреливает, а потом закрывается броня. Я в шоке. Так, это только 15 уровень. Даже не представляешь, что нас там дальше ждет. Эй, парниша, да я на тебя наеду. Щит врубил. На! Отъезжаем. Ой, блин! Отъезжаем назад! Горит танк! Горит, горит, горит! Ну, тушись! Офигеть, выдержал все! Как это вообще возможно? А есть у меня какая-то система автотушения или там огнетушитель? Я в шоке, как я мог пережить? Мне просто повезло, я везунчик! Воблер везунчик. Ну что, поехали дальше. Вот финиш, да! Вообще круто! Безумие, реально прокачка помогает здесь. Круто, да и золото я стал больше получать. Так, поздравляем. Надо посмотреть ролик какой-то, и я получу щит бесплатно. А здесь красный и здесь. А в чем разница? Беру первый с правой стороны. Загрузка. И что? Что ты мне даешь? 10 тысяч. Ну, у меня нету 10 тысяч. Зачем ты мне предлагаешь щит, если у меня нету 10 тысяч? У меня 1000. Игра, ты что меня обманываешь? Не обманывай меня. Она говорит, Воблер, купи. Написали бы, что это денег стоит. Там ничего не было написано. Это что такое? При активации весь танк ремонтируется на протяжении некоторого времени. При получении скилла увеличивается время его действия и эффективность ремонта. Так, за 900. Давай возьмем, у меня есть деньги. Уровень 16. Да что ты мне напоминаешь? И сам вижу, что он 16-й. Дрон, страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое... Во, стреляет! Давай, поехали. Но дело в том, что у нас нет никакой шкалы танка. Я бы понимал, насколько танк поврежден. Была бы какая-то шкала, а так только визуально надо смотреть это все. Вот, летит граната. Противотанковая какая-то. Эй, птичка. Подбил птицу. Обычная ворона дает 50 золота. А денежный орел все 200. Да ну... Блин. По мне, ребята, только что жестко накидали вообще. Ну что, давай попробуем регенерацию включить. Вот она-то как-то включается. Типа, я вижу, что летят какие-то зеленые крестики. И у нее идет перезарядка. Сколько она вообще за уровень может раз включаться? Почему мое шасси какое-то живое? Эй, пацаны, уходите отсюда. Я вас не звал. Чего вы приперлись? Пропустите меня. Я еду домой со школы. Я уроки буду учить. И смотреть канал Воблер. А вы мне тут мешаете. А ну кыш отсюда. А все, она одноразовая регенерация была. То есть один раз за уровень. Ну а что я хотел? Постоянно регенерировать. Ну понятно. Пушку вижу. Вот на краю, ребята, пушечка. Он уже в меня целится. Капец, он ядром просто поломал мне весь танк. Ну что я тебе сделал такого?
Короче, ребята, здесь какой-то лохотрон. Меня развели на регенерацию. Она, видно, была одноразовая. Или раз на уровень. Ну вот я уровень проигрываю, прохожу заново, и ее уже нету. Значит, она просто одноразовая была. И дали мне ее попробовать. Только дали не то чтобы бесплатно, а я ее купил. Зачем она мне надо? Лучше бы я потратил на улучшение своего танка. Короче, регенерацию не берите. Она вам не поможет. Да ну не падай, что с моим танком? Так, включаю и защиту. Надо очень медленно ехать, аккуратно. Как только где-то враг появляется, вот там вот спереди. Значит, мы стреляем. Это что, масло было, что я как-то скользил, да? Так, там лучник стоял. Вот еще едет. Ну, у меня танк, конечно, дикий. Если честно, это у меня чисто катапульта. А внизу вместо колес танковой гусеницы. Я бы назвал игру «Путешествующая катапульта», но разработчики решили, что танк. Согласен. Потому что слово «танк», оно такое полезное в метаданных. Так, ну что, поехали. Половину прошли, мне очень страшно. Там вот динамит еще висит. Давай, едем, едем потихонечку. Вот еду и постоянно стреляю. А, и у меня будет одна звезда, потому что не будет точности. Надо, чтобы точность была 50%. Ну, блин, это жесткая точность. Я так вот от фонаря стреляю. Какие тут 50? Сейчас будет у меня нулевая вообще точность, ребята. Я смотрю, чтобы вообще пройти уровень. Они хотят, чтобы у меня точность была 45%. Это же как 45? Это я через раз должен попадать по врагам. Это как вообще? Я даже не знаю, как через раз попадать, если оно летит черт знает куда. Вот танк взял и развалился. Вот как я должен по нему попадать 50%, блин? Я уже практически подхожу, ребята, к своей базе. Вот они здесь крутые. Я там что-то вдаль пострелял, возможно, сверху убил. Эй, взрывной Антон! Да ё-моё! Это просто жесть. Я уже в 20-й раз прохожу этот уровень, или в 30-й. У меня уже подгорает везде, где только может гореть. Да, ребята, я не знаю, что здесь за система оценивания. Как вообще можно сделать здесь попадание 45%, если единственный шанс это вот так вот ехать по чуть-чуть и просто закидывать все камнями и надеяться, что ты куда-то попадаешь. Ну, потому что по-другому я даже не знаю как. Если ехать вплотную, то танк разваливается. Или придется проходить вообще все уровни заново, когда танк полностью прокачается, будет супер бронированный, ты просто берешь за секунду, проезжаешь и получаешь 3 звезды. Может, конечно, так разработчики планировали, но на ранних этапах вот прохождения здесь получить 3 звезды, ну просто нереально. Так, едем дальше, вот по чуть-чуть ты едешь, видишь, что где-то враг там только появился возле горизонта и сразу в ту сторону стреляешь. И тут уже все равно, сколько у тебя процент попаданий. Главное вообще пройти уровень. Но это моя тактика. Я не знаю, как другие там, конечно, играют. Давайте посмотрим процент попаданий. Ну, 19%. Оцените игру, пожалуйста. Я не буду оценивать, потому что, ну... Эта система оценивания просто кошмар. Честное слово. Вот здесь у нас потраченные снаряды. Общий доход, золото, x2. Ну, 10 баксов, чтобы x2 было. Ну, ребят, это многовато. Хотя бы доллар или 2 сделайте, но не 10 же. Есть, ребята, у нас 2000 золота. Давайте что-то прикупим. Так, ну, пушку. Вот какие есть пушки, кстати, прикольно. А, это спереди можно ставить пушку. Ну, купите танк, чтобы разблокировать. То есть надо любой танк купить и дополнительную пушку спереди ставить. Или гарпун, что это вообще такое? А я что, не купил танк? Или может его полностью надо прокачать? А, наверное, там купить танк и наверх ставится уже пушка. Понял. Посмотрим шасси. 1000 есть, давай шасси купим. Вот какая-то деревянная колода стала у нас. Так, амортизаторы. Я не знаю, что они дают. Траки. Ну, давай купим траки. Вот они, смотри какие. Ну, а траки это гусеницы, вы поняли, вот эта штука. Ну, траки новые, смотри, какой у нас уже крутой танчик. Танк-катапульта, 17 уровень. Ничего себе гора, что это вообще такое за Эверест? Я сюда даже не выйду, двигателя не хватит. Я спрятался здесь в ложбине, вон сверху вижу вражескую катапульту, уже ждет меня. А я в нее попал, а ей все нипочем. Я второй раз попал, ты че? Так, давай. Ну, летят камешки. Не могу попасть, выше надо. Давай подъеду вот так вот.
А что я застрял, что ли? Давай. Воу, летит! Включаем защиту. Давай! Двигатель слабый! Танк не может выехать. Отличный танк у меня вообще. Давай, друс, разгон, адский разгон, давай, фух. Пришлось бы просто с толкача, ребят, или звать кого-то на помощь. Быстро проезжаем здесь. Давай, динамит сверху упал. Еле взорвался. Так, аккуратно, чувак, гусеницы прилип. Иди ты, блин. Сломал ты мою катапульту, как ты посмел? Я вот так вот просто прорвусь. Включай защиту. Ребята, лечу, мне все равно, что происходит. Динамит на меня упал. Сверху тоже динамиты падают. Да мне все нипочем. Через левое плечо я пру, я бешеный воблер. Динамит! Взрывной Антон на меня напал. Антоша, иди отсюда. Ребята, пишите в комментариях, как мы назовем этого взрывного чувака. Мне кажется, что взрывной Антон нормально. Давай. Поехали. Так, снова. Да как он мне в трак? Ну тебя в баню. Ребята, я думаю, что на этом веселом прохождении мы завершим 17 уровень. А на следующий ролик я куплю здесь щит, нафармлю золото, чтобы можно было как-то улучшить наш танк. Потому что он просто разваливается. С вами был Воблер. Оставайтесь на канале, смотрите другие ролики и скоро увидимся. Пока.